Всем привет! С вами я, C37, и мы продолжаем проходить Far Cry Blood Dragon. Так, запись идет, все отлично. Мы остановились на том, что захватили аванпост, или как они тут называются. Какая-то живность. И нам сказали, надо спасти какого-то яйцеголового ученого. Он на марке, так что мы поехали. А тут можно третье лицо включить или только первое. То не очень. Стоп, что? Я не понял. Или просто напрямую ехать? Понял. То есть тут тоже надо будет вам пост зачистить, только желательно вроде не как он. Солдат группы Омега тихо, иначе они сами перебьют заложников. Ну вот. Так. Ян. Там. Поищем. Опа. Мина есть. Раз я мину вроде не видел. Так, сколько тут челиков? D20, он же DICE, отличный способ отвлечь вражеских киберсолдат. Я понимаю, что и можно. Давай. Ой-ой-ой. Переползти и... Нет. Заложник в опасности. Спасите киберботана. Ё-моё. Рестарт. Да, рестарт. Я не думал, что они так быстро повернутся. Что-то я не понял. Они сами перебьют заложников. А может, я не на контроле ходил? Я помню, у меня был лук вроде бы. Или куда он делся? D20, он же DICE. Отличный способ отвлечь вражеских киберсолдат. Я понял, что отличный метод. Так, он уместный. Заложник. Он же меня не видит. Ты только не поворачивайся. Не пались, не пались. Три челика осталось, да? Укрепись. Труп смотришь. Эти чельки меня не спалят. А тебя, ну все. Ну последнему прошлось так, давай. Не получилось. Без выстрелов обойтись. Подойди на минутку, а? Еще один триумф гения! С твоей помощью, конечно. Спасибо. Ура.
спасли яйцеголову. Что за деньги нужно делать? Опять снова уровень. Чтобы использовать систему мгновенного перемещения Кабаяси, откройте карту, выберите освобожденную базу и нажмите соответствующие кнопки. Кабаяси. 85% точности и всего 10% генной деградации. Ладно, мгновенное перемещение. Понял. Супер. Так. Летите с помощью романства, ставьте маркер. Понял. Так. Пусть левый альт. Понял. Это я знал. Мне типа тэпнуться сейчас надо. Блин, ну я лутаться хотел. Ладно. Не получилось, не предположено. Дополнительные задания. Это источник приспособлений и кредитов. Загляните в магазин. Пушка, лучшая защита. Особенно здоровенная. Патроны заканчиваются раньше, чем враги? Не забудьте заглянуть в магазин на ближайшей базе и купить все, что нужно. Так, надо закупиться. А где магазин? Магазин. Вот здесь. А удерживать. Так, оружие. Центр. Немного не было. А вот лук. Я говорю, он есть. Выбери себе GM9. А, глушитель. О! То, что мне надо. Так, сколько мне денег? 1400. Я могу ко всему остальному? Нет. 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 Слотов нет. Сколько таких могу накупить? Я бы, честно говоря, побольше накупил. Купим. Так, боеприпасы. 3, 9, 9. Горючее мне не надо. Что это? Все мне по максимуму. Освобождайте базы, получайте доступ к магазинам, новым заданиям и точкам мгновенного перемещения. Дополнительные задания принесут вам приспособления, оружие и патроны. Все это сделает вас счастливой машиной смерти. Так, очистив базу от киберсолдат Омеги, вы получите новое доп. Задание спасения заложников и путь хищника, магазин и проопыт, кредиты, очки быстрого перемещения, дискеты со спутниками, карта в магазине, помогающим найти коллекционные предметы. Зачем? За них деньги дайте, вспомните. Один удар. Прийтись до дамбы. А, с другой стороны. Выйдите и вылезти. Эй, не на F нажимать надо. Не могу садиться. Да, я путаю все время F, E. Сюда? Пойду далеко. Что-то я туплю. Задание, где место задания? Сзади, не так далеко. Понял. Это тот самый яйцеголовый, который я спас. Или это другой? Но не суть, ладно. Что это? О, патрончик. Кубрейн. Это Кубрейн.
Блин, как мне понять, что такое кубрейн? Вот ты редкий, да? Все. Если я еще один. Ай! Ай-яй! Ай-яй-яй! Пильте. А, не надо кто. Меня птица избила. Я же прошел задание. Или нет? Птица меня убила, ё-моё. Дойду до машины, значит, и потом захвачу никакой. Вот эту точку захвачу. По пути к ней. Все, план обдуман. Сейчас будем выполнять. Но это, конечно, был позор, но что меня птицы избили. И дракон рядом. Так. А если я на машине, дракон не сбудет. Так, я метку поставлю. Я надеюсь, если я на машине, он меня не будет слушать. Ходи. Ходи. Ё-моё. Да, бери быстрее. Ну я поехал. Вы тут сами разбираетесь. Неожиданно машину встретить. Честно говоря. Как ее можно было встретить? Еще. Так, меня смакует так оружие. О, дракон! Андрей, садись! Садись! Чё-то слишком много смертей. Уже два раза умер. Ё-моё. Один раз птица, второй раз дракон. А дракон не так страшно, я думаю. Я не понимаю, можно мне не сражаться? Чё ты угадался? Можно мне не сражаться с этими челиками, которые я на дороге нахожу? Я просто хочу мирно доехать до точки и мирно захватить его. Как сказать мирно? Что? Это далеко? Это есть точка? Где я? Это, наверное, какая-нибудь. А, я ее захватываю. Или нет? Короче, подъедем. Если меня начнут стрелять, значит, точка... не моя. Хотя здесь что-то есть зелененькое такое. Как зайти? А, понял, видеокассету опыта. Мне не интересно это читать. Если хотите, вот прочитайте. Но мне что-то не интересно. Ладно. Куда я ехал? Я все время такое пытаюсь. Туда я ехал. А птицы меня не могут избить, когда в машине.
плавать я умею. Машина тут проедет. О, машина тут проехала. Так, на что я там снайпу купил? Ой, глушитель. Так, мне не нравится, тут уже трупы. Как отвлечь и всех сюрикенами закидать? А как это? Супер крутым камнем отвечу. Они такие, что это? Что? Что это может быть? Всё. Шмяк. Инфаркт. Инфаркт. Реально без сердца. Напоминает. Так, ну я думаю, здесь и сердец. Так, вот оно, запаси сердце. Даю новую задачу. Не оставляйте никого в живых. Понял. Вот это я забыл. А где челик? Он спустился. Он спустился. Это было бесшумно. Бесшумно. Он меня не спалили. Ты сам себе поджег? А! Зачем тут бесшумно, если можно по-быстренькому шумно? Ничего меня уничтожить могут. Мне кажется, от БК нормально стреляется. Так их все трое или они еще заспаунятся? Не снизу? Где они? На карте видите, они там где-то есть. Карту шли. Его здесь? А, вы не спалили меня? Этот может. Идите сюда. Не видишь меня? Я тут есть. Нет. Все-таки они не взяли его кинуть. Постой. А, папа как тут умер? Я же его не убил. Не понял. Доделся тот челик. А, я, может быть, в него кину сюрикен. Все равно не понимаю, ему беру. Жуть какая. Объясните кто-нибудь мне, пожалуйста, в комментариях. Насколько я глупый. Так, тут доп. Задание. Мне доп. Задание не надо. Мне магазинчик просто забрать. В магазин попасть. А, магазин сверху был экспон. А как наверх? Попасть вот здесь. Понял? Спасибо. Не надо объяснить. О. Купить. А, у меня их 3 штуки опять. Оружие какое-нибудь можно улучшить?
О, лазерный прицел за 1200, не знаю, 1600. Ну, мне не надо здесь лазерный прицел. Вот патронов можно докупить. Так. А что тут еще есть? Сколько сторон челика? 25 баксов. На одни патроны. Может, тебе побольше. 37? Знаете, где еще цифра 37 я видел? Не, я не знаю, где я видел. Так, карта. Сейчас что-то будем с дамбой делать. Вот что. Я не знаю. Мы будем взрывать дамбы или нет? Или что-то поскучнее будет. Просто это Far Cry, здесь может быть что угодно, особенно когда драконы ходят. И те петухи, индюки избивают. Да, как-то не получилось там. До сих пор не понимаю. О, я могу. Щелюка. Промок я ее. Заезжай! Понятно. Что будет, если помочь? Видели там, типа, друг один мой. Я вам помог. Ой. Ай. Пока. Пока. Я дракона вообще убить могу. Не, я не хочу. Что-то... Мне там на основное задание надо. Вот так вот получилось. Индюки. А, дерево! Простите, если это было громко. Так, я уехал от этого дракона. Но жалко. Тех учёных. Ну и махина. У каждого объекта есть генераторы. Но без плотины Слоуну не развернуться на всю мощность. Тогда разнесем эту хрень. Отлично. Высылаю координаты места, где полно С-4000. Без воды система охлаждения реактора выйдет из строя. Задача — найти С-4000. Ой. Я вот это не звук-то. Понял. Спасибо, подсказали. Не разобьюсь. Мне кажется, сюда не так надо было спускаться. Я только так думаю. Док, я готов взорвать эту штуку. Как в Квебеке, когда вы спасли мою группу, вызвав перегрев реактора гидроэлектростанции. Я плохо помню, что было до ранения. Детство. Родители. Вторая вьетнамская. Прости. Удачи, Рекс. Надеюсь, ты снова нас спасешь. Задача. Взорвать плотину, установив С-4000 в уязвимые места. Понятно. Обнаружены робопсы. Осторожно. Робопсы. Не скрыться. О, они... Уе... Стой. Робсы подсвечиваются. Ой. У меня перезарядка, чел. Перезарядка. Перезарядка, расходимся. Всё. Или у тебя тоже перезарядка. Вот я им предупредил. Надо предупреждать, когда... И снайпер был, кстати. Давай, высунемся. Ой. Блин. Ответственность мы не скоро, наверное. А, меня собака крысит.
А если я кину на них? Блин, короче. Вот так я точно убью. Но выстрел. Высунься. Это издевательство какое-то. Хитя, хитя. Все, я понял. Я промазал. Ой. Как я могу промазать? Десять ног. Ау. Стоп, это не сигнал. Это труп. Сигналка где-то сверху. Это будешь высовываться? Я могу пристрелить. Нет. Разнесем тут все. Задача частично выполнена. Частично. Иди в следующей позиции. Как перезарядиться? А у меня нет патронов здесь. Бедный челик. Так. А, вон лестница. Обнаружен огнеметчик. И его банк с горючим тоже при нем. Спасибо, что предупредил, хотя бы. Нет. Да блин. Нет, я хотел потушиться. Ладно, типа. И в ранец его пострелял, и в голову. А что я не могу попасть? Понял. Прощай. Нет, не прощай. Просто классика. Что эта система может залутать с такого? Не знаю, какой-то сильный враг. Только гранаты. Я, кстати, гранаты. А вот легко-легко. Он уже никого не возглавит. Так, на трошку снайперку и. Патроны, патроны. Мне нужны патроны. И гранаты. Гранаты кину еще раз за два за игру, наверное. Все. Где минировать? Выше. Это за тебя, Спайдер. Задача частично выполнена. Идите к следующей позиции. А. Ну все, я приловчился, в принципе. Только я сейчас горю. Приловчился я. Так, я чуть не спрыгнул. Мне надо... Может, там не спокойненько так спуститься. Мне кажется, можно вот здесь. Так, спустился.
Задача выполнена. Си-4000 на месте. Перед взрывом отойдите в безопасную зону. Оторвемся, папа. Я только оттуда спрыгнул. А, ты откуда появился? Так, сейчас у меня челики выберут, пока я вот это. А не, не. Это он из-за сигналки или с помощью, которую я не знаю. Ну, снайперов голова прям легко ломается. Не дергайся. А где там лестница была, я вспомнил. Па-пам. Собираемся. Сейчас будет взрыв. Я так и знал, кстати, что мы будем взрывать дамбу. Надеюсь, новая С-4000 не хуже старой С-400. Нет. Хуже. Док, эти бомбы не сработали. Он тут каска сильно. Ай-яй-яй, не стреляй. Задача. Рандеву с инженером на дамбе. Внимание! Сегодня в кафе состоится пикантный вечер. Всему составу группы Омега дополнительная киберсмазка Кабаяси. Киберсмазка... Взрывы я люблю больше всего. Ай-яй-яй. Я тоже так могу. Вообще без башки. Согласен. Почему сломал? Что сломал? Он начал эмоцию вот так делать. Еее, как будто я запотел. Чего ждать? Чего? Ну, у меня с дробовика пока что. У меня есть пушечка, конечно, покрупнее. Только я ее не могу использовать, как я понял. Я уже всех перебил. Напоминаю, бросьте в противника киберсердце, чтобы дракон атаковал его. Давай, давай. Ну и где дракон? О, дракон бежит реально. Внимание! Осуществлена новая поставка взрывоопасных красных бочек. Всему личному составу проявлять осторожность и использовать их только в экстренной ситуации. О, развернулись. Ребят, с кем лучше, со мной воевать или с драконом? Думайте сами. Так, а мне... Да, а мне к дракону надо. Давайте я на вас, за вас. Не за вас. Мне туда надо. Настреливай меня. Лови-ка. Ты меня не видишь? Ты меня видишь? О, в него начали выстрелить.
иди туда. Отойди, мне надо пройти. Быстрее! Быстрее! Опа. Используй. Задача выполнена. Ура. Вы сержант Рекс Скотт? Доктор Дарлик говорит, вы герой. А я не герой. Я всего лишь американский киберсолдат, модель Марк 4. Ладно, тогда помогите мне попасть к реактору, чтобы выключить его. Я ведь не киберсолдат. Что ж, отключим словно свет. Точка. Задача. Защищать инженера. Сейчас я закуплю на себе боеприпасы. А, можно вот так эту кнопку, все понял. Еще при этом скидочка. Так, улучшить нельзя. Улучшить только прицел. Ой, броню куплю на всякий случай. То, что сейчас пригодится. Я ж одну аптечку использую. У меня не бесконечно патроны. Так, выходите в линейку. Как быстрее закончится. Ну, такими бронебойными их понемногу будем своих подчиненных, слава. Только сильные могут постоять за себя. Я понял это на войне. Мы были недостойны победы. Мы превратили Канаду в ядерную пустошь. Этого было мало. Но, сынок, придут большие перемены. Это я тебе обещаю. Он мне обещает, что будут большие перемены. Очистка от мутагенных клеток сина на подуровне 3. На подуровне 3. Там вниз не идет, когда я зажимаю уже. О, вот так, кстати, хорошо, что они стоят. Вот, давайте я вроде не подожми. Ну я миниганет прям ба. Только минус патрон быстро заканчивается. Но это в принципе за баланс. А то прикиньте, 10 тысяч патронов. Как какой-нибудь GTA-шный. Раз, не очень реалистично. Два, имбо. Что ты несешь, Слоун? Ты, видно, напуган тем, что в тебе гораздо больше меня. Или тем, что я не объяснил тебе причину убийства. Только извинился. Готово. Это мост к ядру реактора. Ну же! Они в системе охлаждения! Так, патрон. А, боеприпас. Ой, а патроны на... Миниган дорогие, ладно. Я, maybe, потом поменяю. Потому что... Хоть он очень сильно, но слишком. Еще раз под него идет. А пока мне нечего тратить. Хорошо. Я
заблокирую механизм управления и перезагружу эту крошку. Отключим Слоуну свет. Вы это уже говорили. Пусть сидит при свечах. Ну ладно, почти готово, сержант. Я думаю, мне нельзя сюда подходить. Ну черт. Ну ты там скажи, когда закончишь. Я отрезан. Вам надо добраться до аварийного канала под водой. Помните, там киберакулы. Поиск. Задача. Отключить шунты под водой. Посадить 7 розовых кустов и снять предохранители. Шунт отключен. Найдите новый. Я полуночи. Вот это шут. Быстрей. Или акулы не будут меня кусать? Не будут. Задача выполнена. Идите к инженеру на белом коне. Есть. Осталось взломать систему и подобраться к ядру реактора. Тут халявно резко. Скрываю оболочку. О, еще один мига. Не дайте им меня прикончить. Откуда их будут? Ой. Прям сильнее просто. Прям аж противно немного. Взорвись уже. Идите сюда, ведра с гайками. Либо миниган прям очень сильный, либо игра слишком легкая. А вот это. Ой, а патрон заканчивается у меня. Быстро за новым миниганом. Где? Спаси меня! Сержант Кольт, вы пропустили пару киберфатак. Пел. Наверное, ранг плюсы. А, понял. О, все, у меня патроны появились. Где ты, миниганчик? На равных сразимся. Ну чё, неприятно, когда тебя с такой же пушки плевают? Мне вот было неприятно. Ну ты какой-то там чё. Ударить реактор. Ой. Я думаю, ребята, что ударять ядерный реактор не надо. Как тебе, Бэджи, нет? Док, я выбрался. Но без Бэджи. Мне жаль, Рекс. Бэджи был славным парнем. Док,
жалко. Он был настоящим героем Америки. Я проникся. Люблю я это. Не забывайте мыть руки после туалета. Вы обмениваетесь рукопожатиями со своими знакомыми, в том числе и со своей матерью. Вы ведь не захотите... Цель миссии, что за хрень? Мойте руки. Рекс, тебя не сильно задело импульсом? Все путем, Дол. Мне любые трудности подключу. Не знаю, Рекс. В рыцаре молота и волшебства ты бы мне продул. Ну, да. Компьютерные игры? Да, Рекс. Подобные игры – известный способ борьбы со стрессом. Они развивают зрительно-моторные функции и интеллект. Так. А это далеко? Я ж могу дать телепорт сюда. Как телепортовать? А на это. Так, диалог прервется же, да? Или нет? Эй, полегче, док. Мудак, Рекс. Это ментально ущемленный достоверно асоциальный кретин. Акроним такой. Но игры, пожалуй, кончились, да? Это я ей показывал. Ну, я думаю, эта серия была довольно большая, может быть, интересная даже. Но меня лично в этой серии поразило то, что меня петух отпинал. Ой, он рядом. Ну, коль дракон рядом, надо прятаться и расходиться. С вами был... Кто был с вами? Я был с вами. Так что давайте поставим, опять же, 5 лайков. И, может быть, будет продолжение. А может, и не будет. Может, будет. Вот так вот. Можете еще нажать кнопку подписку, если все-таки вам нравится. Я думаю, навряд ли вы вообще до сюда досмотрели. Если досмотрели, то приятного вам времяпровождения дальше. Всем пока. Что за хрень?